Поехали! Защитить легкий БМД так же, как танк, нельзя в принципе. Корпус четверки изготовлен из алюминиевых сплавов. Лобовая броня способна выдержать попадание снаряда калибром не более 30 мм. Боковая броня защищает разве что от стрелкового вооружения. Для боевых машин десанта жизненно важно умение поражать цели на расстоянии. Чтобы победить, им нужно бить издали и бить первыми. Специально для БМД-4 был сконструирован полностью автоматизированный боевой модуль, который получил название «Бахча». Максимальный темп стрельбы из 100-мм орудия – 12 выстрелов в минуту. Для того, чтобы зарядить орудие любым из боеприпасов, нужно не более 6 секунд. И для этого достаточно просто нажать кнопку. Автоматическая пушка бьет со скорострельностью 300 выстрелов в минуту. В боекомплект БМД-4 входит 34 неуправляемых 100-мм снаряда, 4 противотанковых управляемых ракеты «Аркан», а также 500 снарядов для 30-мм автоматической пушки и огромный запас патронов для пулемета ПКТ. Основное достоинство четверки в том, что она может поражать цели с больших дистанций, то есть когда она практически недосягаема для огня противника. Основные боевые танки поражают цель, начиная с 2, максимум с 3 километров. БМД-4 способна поражать цели, начиная с 7 километров. Теоретически, рота таких машин вполне в состоянии справиться с подразделением танков. Орудия БМД-4 бьют со снайперской точностью. Для высокоточного прицела наводчика захват цели не проблема. А если цель захвачена, то будет уничтожена практически со 100% гарантией. Точность поражения не зависит от того, стоит БМД или двигается. Находится она на земле или на воде. Автомат сопровождения цели сам сделает всю работу. Оператору-наводчику остается только жать гашетку. Машина в состоянии одинаково успешно вести боевые действия и днем, и ночью. Это обеспечивается специальными оптическими и тепловизионными приборами. Все данные о том, что происходит на поле боя, выводятся на мониторы. При этом есть возможность кругового обзора. БМД-4 способна вести огонь и по воздушным целям, благодаря увеличенному углу подъема ствола и современному баллистическому вычислителю. Кроме того, БМД-4 оборудована спутниковой системой навигации GPS. В первую очередь она предназначена для нанесения артиллерийских ударов по закрытым позициям. Разведка сообщает координаты цели экипажу БМД, а дальше дело техники. Боевой модуль «Бахча-У» вполне может быть установлен и на других, более защищенных носителях. Уже ведутся работы по переоборудованию этим модулем боевых машин пехоты 2, а также танков Т-72, Т-55 и Т-62. В настоящее время БМД-4 проходит войсковые испытания. По мнению специалистов, довольно успешно. Уже в ближайшее время машина поступит на вооружение всех частей ВДВ. Военные уверены, десантная четверка резко усилит огневую мощь крылатой пехоты, позволит ей решать самые сложные задачи без поддержки танков и артиллерии.